Присаживайтесь на свои места, невеста Христова. Аллилуйя. Я благодарю и приветствую каждого здесь, на этом месте. Пришедшим для меня сегодня выпала опять честь послужить для вас словом. И я хочу сразу поздравить. Сегодня день выхода из поста. Аминь. Охота сказать, свершилось, да? Вот, уже кто-то, может быть, претерпел, кто-то вытерпел, кто-то ждал, кто-то сорвался, ничего, это тоже засчитается на небесах, аллилуйя. Можете снова повторить, ничего страшного, это не грех или грехник смерти. Вот. Но хочу сказать вам, мы сделали все по мудрости, славе, Слову Божьему. Почему? Как невеста Христа делает. Как невеста, вообще, вот как вот взять невесту. Вот сестры, наверное, помнят, наверное, да, когда еще были молодые, и еще есть, которые молодые, я уж по себе сужу все, какие я здесь возрастом, но есть и молодые, я гляжу, кто, может, еще и не замужем даже. Невеста что делает перед свадьбой? Она себя, ну вот жена моя, вот она как будто завтра замуж будет выходить, или сегодня, допустим, да, она всегда красивая, но это жена моя, потому что, вот. И мы все являемся невестой тоже же Христовой, да, вот так, если по сути-то разобраться. Мы немножечко схуднули чуть-чуть для Царя нашего Небесного, мы немножечко подправились духовно, потому что написано, что широки врата, которые ведет в погибель, а узенькие ворота ведут жизнь вечную. Мы немножко сузились, да, чуть-чуть, может быть, в габаритах мы поубавили. Но для Господа это можно. Поверьте, что Господь, Он ответит. Он ответит здоровьем, любовью, благодатью. Мне в этом посте понравилось. Слушай, Бог действительно в посте отвечает. Он действительно очищает. Это не просто какая-то шутка, это не просто какая-то голодовка. Он действительно являет свою славу. Я благодарю Господа, что вся церковь не пропустили, да? Не пропустили ни молитвенных собраний, не пропустили слова, которое здесь говорились. И вообще, честно, понравилось, вот мне лично очень понравилось, когда было служение 29-го закрытия. Аминь. Это было действительно что-то, это было какое-то начало. Аллилуйя, слава Богу. Я сегодня хочу говорить, ой, куда ты полетел? О очень таком интересном служении. Я скажу, даже, может, не служение, а жизни. Скажите, драгоценное, вы желаете исполниться мудрости? Мудрости и премудрости. Слушай, сколько ошибок сделали, да, вот так по жизни? Сколько навертели? Сколько думали, что это будет правильно? Сколько это будет, это хорошо? И мы думали, и мы решали. А все как-то, все срывается, то куда-то все улетает. Но в Библии очень много раз говорится о том, чтобы мы приобретали мудрость, разум, да? Аминь. Мы сегодня посмотрим, как это сделать возможно, а как нам говорит Библия, как она преподносит. Вы согласны выслушать меня? Слава Богу, аллилуйя. Благословенный народ, аллилуйя. Я хочу прочитать место с Писания, Исход, 35 глава. С 30 стиха. «И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством, составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставления, и резать дерево, и делать всякую художественную работу, и исполнять, и учить других. Вложил в его сердце и Оголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача,
и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и весонной ткани, ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани». Послушаем. Мы прекрасно знаем, что это народ буквально вот-вот вышел из Египта. И все их занятие было это делать кирпичи. Это было отмечено, что там солома туда-сюда, ходи, собирай траву, делай кирпичи, глину меси. Но здесь Господь вдруг находит человека, который будет исполнен мудростью. Знаете, я думаю, что Бог уже видел вот этого брата, который будет резать камни. Вы знаете, я не думаю, что у него перед исходом был какой-то опыт это делать. Я не думаю, что он был какой-то такой искусный рукодельник, там что-то, потому что столько работы, столько заботы, столько, ну, быть в рабстве, наверное, я так предполагаю, что это приходишь домой и падаешь просто. Уже все, уже бесил, потому что ты был под сильным гнетом. Раб, он не имеет значения. Знаете, как люди в этом мире, они рабы греха. И они не представляют примерно, что такое мудрость. Но когда народ Божий собирает сам Господь Бог, Он видит сердце каждого, Он уже видит стан, Он уже видит церковь свою, когда она вышла из рабства египетского. И он начинает ставить мудрых людей. Он начинает исполнять их мудростью. И мы можем посмотреть, что даже Соломон, прежде чем он стал царем, вернее, он стал царем и попросил мудрости. Друзья мои, знаете, мудрость может быть оказаться не от нашего ума. Считают многие люди, что это наш ум, это должно быть какое-то быть человеческое. Но мы видим из Священного Писания, что мудрость – это как отдельная часть Господу служения и для Господа. Мы дальше будем смотреть, и я сегодня скажу пять моментов мудрости, которые нам говорит Священное Писание. И Соломон, посмотрите, когда он пришел уже на свой пост, встал, и ему приснился сон, когда ему Господь сказал, то, что ты не пожелал там ни серебра, ни золота, там, ни завоеваний никаких, а попросил мудрости для управления. То есть ты попросил то, что тебе необходимо. То есть твое желание, Соломон, оно совпало с моим желанием. Ты попросил мудрости. Ты попросил именно того, что необходимо будет тебе для созидания Царства Божьего. И вы знаете, интересный момент, в Матфея 12 глава 42 стих написано, это слова Иисуса Христа, «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона». И что говорит Иисус? И вот здесь больше Соломона. Вы знаете, если рассматривать эту цепочку, то вы наследники мудрости. Бог приготовил для вас мудрость. Бог приготовил для вас созидание Его желаний. Если я скажу, что может быть, если кто-то может подумать, но мне не хватает мудрости, мне не хватает знаний, там мне я какой-то именно неспособный человек. Я хочу сказать, что вот именно таких, как мы сегодня уже Александр говорил, вот именно таких Господь берет в служение свое для того, чтобы не от своей мудрости это было, чтобы это была мудрость свыше,
чтобы это было от Господа, и это чтобы было своим служением. Начать служение, я скажу, в церкви, это великая награда на земле и на небе. Друзья мои, если Господь созидает церковь, и Он сегодня приобрел тебя, значит, Он узнал тебя способным. Значит, Он увидел тебя. Ты не можешь быть просто ухажанином или прихожанином. Ты можешь быть мудрым служителем. Ты можешь быть мудрым служителем. И я как говорил, что Соломон не сразу стал мудрым, потому что он возвал, он вопросил. Ты сегодня находишься в церкви, ты сегодня находишься в Царстве Божьем, в невесте Христовой, там, где ты можешь призывать имя Господа, и Господь может делать, и Господь может созидать через тебя. Я скажу, на самом деле это больше, чем золото, но мы об этом еще поговорим. Вы знаете, я сделал такую вставочку, притча 14 глава, 23 стих, написано, от всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Я не мог не обойти эту притчу, потому что нужно, необходимо, вот испробуйте, испытайте себя, необходимо начать, необходим труд. Необходимо с твоей стороны затрата. Пускай это будет молитва, пускай это будет духовное, пускай ты копаешься в себе, пускай ты рассматриваешь, что ты можешь делать для церкви, может быть, подметать, мыть там или еще что-то делать. Но это созидание Божие. И сам Господь говорит, чтобы мы не сообразовались с веком сим, уже не смотрели назад, уже не смотрели то, что, как мы жили в том мире, а наше уже помышление о горнем, уже о небесах, и что я сделать могу для Царства Божия. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума. То есть дайте возможность Богу действовать в вас так, чтобы это было и вам приятно. Вы знаете, когда мы служим для Господа, когда происходит какое-то служение, любое служение, я возьму от пасторского, ашерского, там какое бы оно ни было, но когда ты делаешь для Бога, когда ты это делаешь для Бога, это всегда есть прибыль, это всегда есть духовная прибыль. Знаешь, пускай ты устал, пускай ты, может быть, уже как-то уже даже раздражен, пускай тебе, может быть, кажется, что дьявол тебе навязал уже столько, ай, да ты уже не можешь, ты уже непослушный там или какой-то такой плохой. Знаешь, как о себе мы думаем, как о себе мы мыслим, так мыслит о тебе дьявол, который навевает негативные мысли. Но мы должны думать позитивно и о Боге, и о себе, потому что мы уже не свои. Мы уже искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Это была первая мудрость. И пойдем дальше. И вторая мудрость, начало мудрости, страх Господень. Вот интересно взять, с чего мы можем начать быть мудрыми. Начало мудрости, страх Господень. Мы согласны с тем, что люди, которые находятся за пределами церкви, которые, может быть, и говорят о себе верующие, но не имеют страха Господнего. Вы знаете, я немножечко скажу о себе, когда я покаялся, я думаю, так же, как и вы, я почувствовал, что, слушай, а ведь если Бог изменил мое сердце, Он вложил в него радость, значит, подожди, это дело серьезное. Значит, это что-то, оно мне стало открываться мир по-другому, я почувствовал, что я другой. Ты почувствовал, что ты уже другой после покаяния, потому что твоя жизнь как-то, слушай, начала меняться. Я, знаете, как младенец стал смотреть на этот мир, и мне уже стало стыдно смотреть, уже как-то не то, что стыдно, а взять сигареты и курить. Слушай, а вдруг меня Бог накажет? Вот это вот начало мудрости, это страх, когда ты уже боишься согрешить. Немудро человек не совершит никакой грех, если он четко будет знать, что придет наказание. Мы же имеем
Или кто-то, может быть, уже имел своих отцов, допустим, да, папа говорил какие-то наставления, может где-то строго сказать, может где-то взять веревочку такую, ремешок называется, где-то может съездить, где-то еще что-то. Слушай, при нем всегда оставалась любовь, насколько Божий Христос, насколько Божий, насколько больше Господь. И что он хочет? Я думаю, что как и отцы наши, он не хочет, чтобы поиздеваться над человеком, над своим ребенком, но он хочет благословить его для того, чтобы он стал мудрым, для того, чтобы у него был страх. Страх перед тем, что он может что-то сделать. Знаете, я скажу, что некоторые говорят, что я ненавижу контроль там или еще что-то, но когда тебя обличает Дух Божий, на тебе есть страх Господень. Это ты уже мудрый, ты уже начинаешь приобретать. Если ты уже останавливаешься перед каким-то грехом, если ты уже останавливаешься перед какими-то вещами, которые ты делал в том мире, значит, мудрость Божья уже сошла в твой дом, уже пришла, значит, ты уже преображаешься. И знаете, что интересно, это, я буду об этом, может быть, еще говорить, это свойственно только детям Божьим. Это свойственно только в церкви. И вы знаете, когда мы пришли в эту церковь и осознали, что вот это именно церковь, которая мне нужна, это именно то, что мне необходимо, потому что в тебя на каждый день, когда ты слушаешь Слово Божье, в тебя вкладывается мудрость. Если то, что для тебя казалось ценностью, как апостол Павел говорил, что я все посчитаю теперь, ну все, это ничто. Слушай, обрезание, не обрезание, накопление, там что-то еще. Для меня это все тщетное. Для меня Христос приобретение. Для меня теперь нужен Иисус. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Я хочу привести такие примеры. Немудро. Есть мудрость, есть еще и глупость. Да? Вот немудро действовать при первом своем желании. Я хочу привести такие примеры. Вот мы провели пост сейчас, да, прошел пост, слава Богу. И, знаете, у меня такая мысль, ну, когда ты постишься, ты понимаешь, что у тебя не только разум задействован, у тебя еще и желудок задействован. И он уже начинает какие-то повеления давать разуму уже. Слушай, голова, дело-то серьезное, ты можешь как-то преобразиться так, чтобы подумать, что что-то нужно и уже посерьезнее закидывать и как-то, знаете... Но мы мудро поступили, то, что мы не ответили своему желудку, своим похотям, своим желаниям. У нас очень много приходит желания, которые мы противостоим благодаря мудрости, которую дал нам Господь. Если бы, скажем, человек, ну, возьмем, к примеру, то же самое питание, да, вот захотел есть. Что ты можешь сделать? Вот я хочу есть, ты идешь в столовую, а представь, твой мозг или твой желудок, он уже говорит, еще, надо еще маленько. Слушай, а мудрости нету. Мудрости нету остановиться. Потом приходит диабет, потом приходит давление, потом приходит сожаление о том, слушай, что я сделал? Я хочу сесть на диету. Сегодня вся страна придумывает и таблетки, и все, что, и чаи, чтобы немножко похудеть, чтобы немножко скинуть вес, чтобы что-то сделать. А почему? А потому что, знаешь, не обновленный ум, но свое прежнее, оно всегда господствовало над тобой, и оно приказывало, отдавало приказание. У тебя был хозяин свой, которого ты слушался, он который говорил, послушай, смотри, какие сейчас сигареты курят. В этом мире люди этим пользуются. А какие сейчас, передо мной как-то стоял человек, в кассе рассчитывался, и он заплатил 200 рублей за пачку сигарет. Я посмотрел на свою котомку, на него. 200 рублей для того, чтобы умереть. А там еще написаны фотография такая. Вот знаешь, вот взяли бы тебе на поднос и принесли бы какой-нибудь, но нехорошее.
и сказали бы, вот ешь его, да, то, что тебе не нравится. И человек бы стал бы есть. А это знаешь что? Это без мудрости. Это без головы, без дальнейших последствий. Я скажу, мудрость, она, когда находится в тебе, она сильнее твоей похоти. Она сильнее твоей плоти. Она, возможно, угасает все твои вожделения. Когда ты ее приобретаешь, ты начинаешь твердо размышлять. Ты начинаешь уже твердо распоряжаться финансами. Ты начинаешь распоряжаться, слушай, и откуда это берется? И как это возможно? Это, знаете, я вам открою маленький секрет и немножко как бы оголюсь. Я не мог читать перед покаянием, хотя мне уже было 27 лет. Я читал по слогам. Вот просто читал по слогам. Но когда покаяние пришло, я знаю, что нужно читать Библию, нужно духовно возрастать. И я научился читать. Я научился многим вещам, которые я не делал, дело прошлого. Мозг начал двигаться по-другому. Вы знаете, я хочу сказать, что мудрость приходит к людям, которые взывают к Богу, это естественно. Знаете почему? Потому что Бог гордым противится. Даже если, может быть, ты уже и покаялся, и следуешь за Христом, но мудрость не приходит. Почему? Потому что есть такое, знаете, медь. Медное небо, есть такое выражение. Есть такая преграда. Казалось бы, я хожу. Казалось бы, может быть, я в церкви, казалось бы, все. Но гордость не дает. Она перекрывает источник духовного помазания на твое сердце. И когда ты уже задумываешься, когда ты уже разбиваешься перед Господом, Господь тебе показывает, что, слушай, я хочу, чтобы ты простил. Я хочу, чтобы ты просил ближнего своего. Я хочу полнее тебя наливать. Я хочу еще больше тебя использовать. Ты еще не знаешь свой потенциал. Я скажу, друзья мои, здесь сидящие в зале в этом, я скажу, вы еще не познали Христа. Вы еще не знаете, какую возможность Господь может через вас сделать. Это великое пробуждение. Но это может сделать только Бог. Это не по твоему какому-то замыслу, почему мы и говорим, что это вся слава Богу, и мы рабы ничего не значащие. Да, мы те сосуды, которые наполняет нас Господь. Я уже приводил однажды такой пример. Мы с супругой учились в духовной семинарии, и нас вызвали на сцену и сказали, вы должны исполнить сейчас место из Писания, Анания и Сапфира, где приходит, умирает Анания и Сапфира. И вот нас просто вызвали, и давайте, вот все как по Священному Писанию, вы должны это сделать. Мы вышли с ней, ну, как будто мы дом продали, и вот апостолы, нате к вам столько-то денег, вот я Анания вышел, тут скажу. Я говорю, слушай, по дешевке вот продали и принесли вам, ну, пожалуйста, примите. А там Петр стоит, он такой посмотрел, как будто на меня, и говорит, слушай, а точно ли это все так было? Ты что, за $100 продал, что ли, свой дом? У тебя 40 соток, и ты продал и принес вот это все. Как на духу говорю. И раз, он говорит, слушай, ты хочешь Духу Святому солгать, и, ну, это Писание знаете, да, и ты умрешь. И я падаю здесь, и как будто умираю, и заходит моя Сапфира, допустим, да. Вот, и вроде бы все то же самое, вроде бы как будто поддержать мужа, которого уже закопали, уже, а меня уже вынесли, уже как будто все. Вот. И это было, знаете, так оригинально получилось, так это было сделано. И пастор подходит и говорит, ну, служитель говорит, слушай, вы врожденные актеры. Я говорю, да, да. А я в жизни, у меня такого не было, чтобы я там
за кафедру вышел, там, мне всегда это было, мне всегда вообще в школе-то было стыдно выйти к доске, а тут еще надо было на сцене. Но почему-то так все получилось, так было, ну, действительно сыграно все, и нас пастор похвалил. И я говорю, это Бог, это вся слава Богу, это Господь сделал. И знаете, он мне сказал, вот если бы это сделал Господь, было бы гораздо лучше бы, чем это у вас получилось. И знаешь, Я понимаю все величие Бога, то, что все таланты, все то, что, чем мы служим, все, что нам дает Господь, все, что мы приобретаем, бизнесмен ли ты сегодня, сегодня ты, может быть, ашер или служитель, я тебе хочу сказать, что это Господь тебя благословляет. Почему? Потому что Он нашел тебя верным, потому что ты как веселил, способный вырезать. Потому что Господь тебя научает сегодня вырезать камни, сегодня резать, сшить вот эти вот, сшивать вещи. Несмотря на то, что это не твоя профессия, ты на это не учился. Я хочу сказать, что ты, может быть, и не учился быть христианином, не учился, как переделывать свое сердце, но каким-то чудесным образом, отделенным от того мира, Духом Святым Бог наполнил. Это...